Всем приехали в колодище. 6 августа 2023 года. Ну, надежды найти лисички. Что-то их нету здесь. Ну, вроде как подосиновики должны пойти в рост. И белые. Но белые уже были неделю назад. По идее, они есть тут. Вчера мы как раз были в Сосонниках, в Бару. Там конкретно вот такие бугорки, вот такие. Только под ними были грибы небольших размеров. И что мы видим? Повторение. Повторение вчерашней ситуации. Белый. Здесь, конечно, не сосновый. Но белый еловый. Или какой там он. Реальный такой. Все. Запихнули дырочку. Ну, он чистый, он уже даже отсюда видно. Молодняк пошел, ребята. Минский район. Белый березовый. Это уже вам не дубовые. Правда, его немножко обрезали. Все любят белые грибы. Даже слизни особенно. Ну что, пробуем. Бляха-муха. Нет, это не дело. Надо еще резать. Вот, что-то засушим уже. Так, ну что это? Беленький. Хороший такой, березовенький, беленький. Молоденький. Чистенький. Наконец-то. О, наши первые мухоморы красные. Смотрите, какие красавцы. 6 августа 2023 года. Да, я так и понял, надо было сменить местность. Потому что подосиновики начинаются. Особенно белоножковые вовсю. Надо идти в траву куда-то. В таком плане. Вон еще. Думаю, все, надо идти оттуда. Там вообще проспект был. Там заходил, народу было еще. Ну, здесь вот потише. Все белые грибы ищут. Ну, пускай ищут дальше. Они все равно наполовину там ноги червивые, только шляпы. Ну, сидят пальчики. По траве сидят, родные. Ну, посмотрите, ну это ж чудо чудесное. Вот, пальчики. Пальчики. В общем, дело в следующем. Дело в следующем, что вообще подосиновик сейчас в данный момент растет в основном, значит, по окраине леса, на опушках. И причем молодые пальчики, как я говорил вам. И чистейшие. Ой, вот, чистейшие совершенно. Вообще без вопросов. Ну, это подосиновик. Поэтому надо сейчас в середину леса не лезть. Чуть попозже, через недельку, может, там что-то и пойдет. Так, ну вот они, белые, дубовые. Ай, нет, это уже мягкий вариант. Мягкий вариант так показать. Но могу сразу, даже не реже, показать, что он червивый. Чок ты наш, старичочек. Тебе уже точно ханырики. Старичок ты наш, старичок. Ханырики тебе уже точно. Красавчик. И еще один очередной мухомор. Ну, смотрите, какой он без точечек как бы. Да, вот маховички чистые почему-то. Чистенькие. Красавчики. Без вопросов. Уважаю. Ага.
Вот он, дубовенький наш, сетчатый грибочек. О. Вот он, красотулечка наша. Ой, тверденький, я вам скажу. Ну и что по итогу? Что по итогу? Ну как обычно, что по итогу? Червеньки. Так, что это у нас тут такое? Подозреваю, что польский. Польский гриб, ребята. Польский полячок молодой. Полгода не видел. Не, больше, наверное. С осени не видел их. Вот рядом еще один. Еще один полячок. Полячок. Ну, полячок уже без вопроса, тут уже понятно, что это он. Ага, ага. Это у нас очередной белый гриб. Без сомнения. Без сомнения, белый гриб. Ну, конечно. Самый настоящий. Беленький, дубовенький. Рядом видел вроде бабку. Бабку где-то видел. Где я видел бабочку? Ну, под березой. А, вот он. Ага, есть еще. Ну, все, ему уже тоже. Каюк. Интересно, грибы что-то по одному растут, блин. Так, вы знаете, как ни странно, маслята чистые. Вот, все чистые маслята. Ну, такие нормальные, коненькие, хороший размерчик. Ой. И это самое. А, вот еще один. О, знакомые кадры. Бугорки. Так это маслятовые бугорки. Кстати, вот буду не удивлен, что они чистые. Потому что сегодня почему-то маслята чистейшие. Вот, видите, коник. И чистейший. Без вопросов причем. То же самое и все остальные. Вот. Удачный такой момент. В плане маслят. Вот такие коники и чистые, понимаете? И чистые. Вот вы думаете, он грязненький? Нет. Так. Так. А это, ребята. Это уже не дубовый. А это березовый. А может даже и еловый. А может даже и еловый. Это чистый будет. Чистый. Чистый, я сказал. Ой. Вот. Вот подтверждение. Ну ничего себе. Под конец какая нам фартовая нога попалась. Ну, частяк, это ясно. Короче, чистая она. Это, ну, под осиной голоножка у нее сейчас идет массовая этот самый, она чистая. Все, на этой хорошей, счастливой ноте мы будем с вами закругляться, ребята. Пора домой. Ну, что у нас тут? Белые грибы. Белые грибы, белые грибы. Подосиновики. Польские грибы. Маслята. А бабок один есть. Все, ребята. До свидания. Спасибо за большое спасибо за внимание, что смотрели нас. Оставайтесь на нашей волне, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.